Всем привет, меня зовут Арина, мне 10 лет. Я люблю читать и рисовать, а еще я фанатка Гарри Поттера. Моя любимая часть Гарри Поттера – это Гарри Поттер и узник Азкабана, потому что она самая нестрашная из всех частей и в то же время очень интересная. Меня мама называет зайчиком, когда она так мне говорит, это очень не поднимает настроение. Я боюсь высоты и ядовитых тварей, типа змей и ядовитых пауков. Мне кажется, что чудеса – это когда невозможное случается. И в моей жизни тоже случались чудеса. Я когда-то видела кота, сидящего в этой яме, там, наверное, что-то ремонтировали, там сидел кот. И на него была накинута вот эта вот форменная жилетка, и выглядело это так, как будто бы в Харьков-водоканал принимают котов на работу. Мне кажется, что любовь – это светлое, хорошее чувство, которое делает нас лучше, и без которого невозможно жить. Я еще давно мечтаю о собаке, мне нравятся собаки породы Джек Рассел Терьер, и я надеюсь, что эта мечта когда-нибудь сбудется. Я ценю такие качества, как доброта, щедрость, отзывчивость, честность. Во мне не нравится стеснительность, я бы хотела от нее отказаться.